привет всем. Сегодня 26 мая 2013 года и программа «Матчпоинт» начинает свою работу на матче в плей-офф мужской премьер-лиги клубного чемпионата России по настольному теннису сезона 2012-2013. Сейчас вы можете видеть обновленный центр настольного тенниса на Крылатских холмах. Зал очень хорошо знакомый всем играющим москвичам и многим не москвичам. Как вы знаете, здесь проводятся многие детские соревнования, первенство России, да и коммерческих турниров здесь вполне хватает. В течение трех дней, а возможно и четырех, в центре настольного тенниса Крылатская пройдет суперфинал мужской премьер-лиги. Если вы знаете, по регламенту клубного чемпионата право принимать плей-офф имеет команда, которая заняла первое место по итогам четырех туров, или, говоря унифицированным спортивным языком, регулярного чемпионата. Первое место, как мы знаем, занял «Факел Газпром» Оренбург, но на сегодняшний день команда не может принять плей-офф, даже несмотря на то, что в начале этого года в Оренбурге мы об этом и писали, и говорили, открылся фантастически красивый дворец настольного тенниса, как его уже успели назвать, дворец 22 века. Но, к сожалению, еще не все соответствующие для проведения соревнований высшего уровня документы получены, и по этой причине Оренбург так и не смог выступить в качестве принимающей плей-офф стороны. И вот как раз здесь свое слово, можно сказать, пусть так выразиться, сказал московский клуб «Магистраль». Спонсоры клуба – это ЗАО «Объединение НГИАКОМ» и, в частности, «Союз Горстрой». Сумели сделать все от них возможное, все от них зависящее, чтобы суперфинал клубного чемпионата России вновь прошел в Москве. Долгое время уже москвичи не видели настольный теннис высочайшего уровня. Вот сейчас, наконец, вновь эта возможность в столицу пришла. Игроки разминаются. Сейчас вы видите Малин, игрок УГМК, звезда мирового настольного тенниса, легенда, может быть, живая. Кстати, Малин заканчивает свою карьеру спортивную. Мы говорили с ним, и, скорее всего, будет работать вторым тренером мужской сборной Китая. Ну, по формуле два слова. «Факел Газпрома» занял первое место в регулярном чемпионате. Определились 8 команд, которые будут участвовать в плей-оффе, в четвертьфиналах. Встретятся команды «Факел Газпрома», встретятся с командой УГМК, встретится с командой «Связист», московская «Магистраль» встретится с командой «Луч», «Зюшор-13» из Нижнего Новгорода встретится с командой «Сетек» Улан-Удэ, и «Факел Газпрома» встретится с командой «Кубань-Сиди», город Краснодар. Пройдут одновременно все четыре четвертьфинала, будут состоять из одного матча, и по итогам четвертьфиналов определятся полуфинальные пары. Победитель матча «Факел Газпрома» Кубань Седин встретится с победителем пары «Сетек» Дюшор 13 Нижний Новгород, а победитель пары «Магистраль» Москва Луч Владимир встретится с командами, с победителем встречи УГМК СКНК «Связист». «Факел Газпрома» лидер российского настольного тенниса. Клуб уже второй год в этом сезоне завоевал Лигу европейских чемпионов. Ну, очень тяжело победа пришла на этот раз. Как вы помните, пришлось считать даже не сеты, а мячи. Но, тем не менее, второй успех подряд «Газпрома». Вот вы видите, Виктор Михайлович Андреев, старший тренер, Сергей Иванович Иванов. Игроки проходят. Марк Михайлович Пилип, Игорь Евгеньевич Левитин приветствует игроков. Ну, может быть, немножко тесно здесь в этом зале, но
я бы сказал, такой камерный зал настольного тенниса получился. Очень уютный, постелен Тарафлекс. Огромные баннеры закрыли окна. Главный судья соревнований Николай Петрович Терешкин уже во всеоружии. И вот команда выходит на торжественное построение. Михаил Гладышев, Дмитрий Сидоргоржиев, Ильян, Михаил Григорьев, Иван Катков, Михаил Пайков, Александр Алонов. Ну и вот, как у «Газпрома» Ленинград, Владимир Самсон, я думаю, это фильм надо представлять. Дмитрий Ахтаров, Сергей Андреянов, Федор Кузьмин, Алексей Смирнов, прославленный университет. Вот Московская магистраль. Высокая площадка. Там ходят ребята Алексей Ленинцов, Вячеслав Буров, Семен Шевченко, Евгений Петрохин, Василий Лакеев. Команда Луч Владимир, Выдовцов и Кусинская команда снизилась. Лидер, который Андрей Байбулин откроет встречу против Рунгутана. Сейчас, видимо, будут сказаны приветственные слова. Уважаемые участники и гости наших соревнований, в течение трех, а возможно и четырех дней в центре настольного тенниса «Крылатская» состоятся матчи плей-офф клубного чемпионата России по настольному теннису среди мужских команд премьер-лиги. В сезоне 2012-2013 годов в четырех турах 12 команд боролись за право выступить в финальной стадии сезона. Итак, приветственные слова прозвучали. Николай Петрович Терешкин открыл плей-офф. Малин, Александр Шубаев, Ховича, великое настроение. Отвечаю в шире, Александр Иванович Захаров, директор клубного чемпионата. И вот мы видим рядом с ним Чен Вейсина. Приехал наблюдать встречи плей-оффа и, возможно, я думаю, не безосновательно он сюда подъехал. Возможно, с осени мы его увидим в одном из клубов. Валерий Иванович Солобаев, старший тренер «Газпрома», и Сергей Иванович Иванов, генеральный директор ОАО «Оренбург Газпром Добыча». Ну вот, Игорь Евгеньевич Левитин очень хорошо знает всех игроков. Общается очень здорово, в курсе всех проблем. Вот Чен Вейсин, видите, слева. С Александром Ивановичем Захаровым. Малин, я думаю, он должен повнимательнее отнестись к игрокам российского клубного чемпионата, так как в предыдущем, вернее, в третьем туре, так сказать, уже кровь Малина почувствовали и Вячеслав Буров, и многие другие были близки к этому, в частности, Алексей Левенцов. Посмотрим, что будет на этот раз. Ну вот уже все готово к началу встречи. Андрей Байбулин, Руй Вутан. Давайте понаблюдаем за этой игрой.